Ну, это действительно праздник, который всех объединяет, особенно вот последний раз, когда проводилась массовая эта акция «Бессмертный полк», ведь те люди, которые участвовали, они поняли, что это не официозный такой праздник, который существует, так сказать, для галочки, для того, чтобы отметить нам это какое-то мероприятие. Это искренний совершенно порыв людей, действительно в этот день вспомнить ветеранов, вспомнить нашу историю, может быть, даже поплакать, вспомнить погибших. Заменит ли он какой-то другой праздник? Ну, право не знаю, но то, что он сохранится на очень долгие годы, я в этом абсолютно уверена.